Значит, это БОШ, шахтостроительное управление номер 6, ШСУ-6. Строило всякие объекты для угольной промышленности в разных местах, в том числе в Шубаркуле. И работали вахтовым методом. 22 года назад я в этой организации работал. Здание с тех времен советских. Сейчас что-то другое тут находится. Да, вон даже деревом заколочено, скорее всего, не функционирует даже.